Ай, хорошо проснуться. Да, глубокая ночь, все равно проснулся, ну ладно. И 4 утра, а что нам делать? Так, ладно. Машину сейчас мыслом отсобирать. Да. Интересно, дядя Ваня приехал ко мне еще. Давай-ка поедем. К дяде Ване бегаем пешком. Тут недалеко. Когда же дядя Ваня приедет наш, а? Что, придется на лодке, что ли, ехать? Да. Да, думаю, я заблудился уже. Может, пришло, нет, почта камера? Нет. Только, ну ладно. Ну, блин, нам туда же идти. Пешком до города пойти, это тоже дело. Блин, начать что-то потихонечку подвеску собирать. Ладно, начнем потихонечку колотить машину. Рассветет, может быть, проедет. Так, все, мы тут прикрутили. Да, все вроде бы, да? Ну хорошо. Нам музыка нужна. Без музыки мы же не будем работать. Чё, как это так? Под такую ритмичную музыку и ритмично собирается машина. Поехали. Так, берем ключи. Берем домкрат. Распихиваем домкратом. Так. Поднимаем. Немножко нам надо. Так. 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 Еще немножко. И все, думаю, нам этого нам будет достаточно. Так, нам какой-то ключ, наверное, надо этот, так. Так, берем. Так. Мы сейчас вот как сделаем, мы сейчас эти ключи, я не скучу. Ключики, мы их сейчас вот здесь положим, чтобы нам недалеко бегать было за ними. И будем... Нет. Так, это мы потянули, так бежим. Так. Так.
если только сейчас рискнуть. Так, там у нас на 12 рублей было. Угу. Блин, ну, так и ты там. Жалко, что он с колеса украли. Так бы можно было бы сразу бы ее собрать. Ну, ладно. В принципе, все, заднюю повестку мы почти... А сколько времени? Так, времени. Угу. Так, там у нас это. Ну ладно, чем придумаем. Ну ладно. Надо было все-таки взять с собой эту. Где ты? А вот они. Вот пружинки поставили. Так. Пружинку еще. Ну, сейчас мы тут все поставим. Так. Пружинки есть. Теперь нам нужен амортизатор. Так. Это, наверное, на 14-м уже включили, да? Так, окей. Так, иди сюда. А! У нас же ключ с собой точно. Так, ключ еще, да? Так, окей, прикручиваем. Так, теперь берем ключик сюда, идем. Так, Так, здесь. Здесь мы привинтили, здесь мы затянули. Так, я здесь затянул, так дальше идем. По-моему, на 12. Мне, наверное, на 12 нужен ключик. Так. Ну все, в принципе, мы подвеску заднюю вроде бы собрали. Так. Тут все привинчено. Здесь затянули. Здесь мы затянули. Блин, как бы нам. Ну ладно. Пусть пока так постоит. Так, окей. Так, стоп, нам не ты нужен. Нам ты же нужен, точно. Нормально домкра взяли и эту веру. Отлично. Так.
Так, отлично. Так бы сходить за посылками, но нам не хватит денег. Хотя давайте, что нам стоит рисковать-то. Чем-то еще, может, купим. Так, наверное, у нас укрыт. Так, ну ладно. Ой, сатана! Придется немножко закурить. Пришлось его в руки взять, а то он тяжелый, зараза. Ну, тяжелый, конечно. Но руки тяжело. Да, так быстрее. Жалко, что с ним, конечно, медленно плывет. Точнее, она неуправляемая. Пришлось в руки взять. Ну, что делать? Такие вот дела. Ну, все, подходим потихонечку. К берегу это делать. Подходим потихонечку. Блин. Да, путь далекий. Да, дядя у нас забрался. Ладно, лодка хоть и мотка. Мопедик у нас хоть есть, это хорошо. Это хорошо, что у нас мопед есть, ребята. Дротик. Тык. Тык. Все. Так, топливо нам дорого. О, там газа.
Ну-ка, что там такое? Тут. Блин, интересно, что там происходит? Это... Ой. Я что, перекрыл, что ли, тебя? Вот это чика. Она будет моей, запомни. А ведем просто все. Че? Понятно. Запомни, она будет моей, ты понял? Ты будешь моей крошкой. В дальнейшем будущем. Удачи. Так. Эй! Тимон. Приехали, что ли? Велосипедами там. Ладно, отдохнем здесь немножко. О, отдохнули, как он приехал. Отлично. Ты говорил, что посылка моя пришла, и она. Где-то пора уже понятно. Вот шарлатан. Сейчас немножко еды купим. Onko minä ikinä kertonut minun painiurasta? Minä olin Peräjärven Hulukkojen hohto. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Сейчас едем. Шарлатан нас обманул. Так. Двухтактник там пока не нужен. Это нам не нужно. Это тоже нам не нужно, это не нужно. Что будет купить-то? А, ничего не надо. А, что-то там. Давай, ну что это? Шарлатан-то такой. Пару этих купить. Ездить там мы долго будем, много. Давай еще парочку этих. Еще. Пусть запасик здесь лежит. Потом приедем. Когда-нибудь с этим запасиком. А прям здесь он сходим. А, мы без лодки останемся, приедем. Так, начнем заместить меня, да?
Так, вот так, да? Или вниз? Вниз, правильно, да? Так, у нас есть слезем. Так, все равно. Все таки, а? Куда ты, дружище? Куда ты упал? Сюда. Давай. Вставай. Ну-ка. Встань-ка, вставай. Ну. Ну, все-таки. Боком у тебя. Да, не достаем. И пролезаем. Вот так. Окей. Сюда бросим пен. Да, еще. Само привезем. А вот наша заветная посылка. Чуть-чуть не хватает. Ну ладно, будем денежки копить тогда. Блин, ну ты, Тимон. Спрятал нас его. Ай, я так куплю цветы. Плывем на лодочке, плывем на небе. Кажется, дождик собирается. Кажется, дождь собирается. А мы все идем, 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 идем. Ну, наконец-то почаливаем берегу, вон пристань уже видна. Ну куда пошла дальше-то? Вот как.
вкус. Покойся. Так, это все здесь оставим пока. Сейчас нам надо ее заправить. Им опять, наверное, будет заправить. Сейчас отправим. Давайте посмотрим, что у нас там с заправкой. А каким чудом доплыли? Ну вот. Тут надо. Тьфу. Так, а у нас еще 3 осталось. Не зря мы купили побольше. Тут этих еще 5 литров ушло на 2. Ну. Почти пали. Ну, рейс, давай. Нам хватило, смотри, когда ехать сюда. Да. А так бы заглох посреди моря где-нибудь нафиг. Это было бы плохо. Ладно. Ну, слава богу, заправилась. Так, наверное, ты чисто проверишь. Вот это там валя. Давай. Нормально кроем. Немножко куда заправим. Прокинем, короче, ладно, не запутаемся, думаю. Вот. Топливо там с ним более основное. Сейчас наш день приехал там как. Так как вот она так, таким способом. Ну где, ты где? Куда ты проедешь? Нам так нужен твой микроавтобус. Может, сейчас ты дома, а? Дяди нету, ну ладно. Нет. Машину-то мы не собрали морду-то с вами. А, я пошел-то за этим же. Точно. Мы с вами погнали за инструментом. А, мы еще сохранились. Точно.
auto minua. Meillä on naiset sisäkin yhtä siellä. Loppuuko tämä? Eikö lopu? Kuinka voisin palvella paremmin? Ihmiskunnan toivo. Minustako riippuvainen? Я знаю, что посылка пришла. Потом заберу. Когда деньги будут. У нас деньги походу никогда не будут. Ай, жалко, что не из-за под экрана взялась, ну ладно. А, вот же он тут. А я не там еще. Так, хорошо. Так, это мы прикрутили, мы берем дальше. Пур-пум-пум, это с той стороны. Точно с этой стороны. Не с этой, что ли? С этой? Точно с этой. Annammeko arvon sille, joka meille maidon tuottaa? Annammeko arvon sille, joka meille maidon juottaa? Annammeko arvon kenellekään, joka sitä oikeasti tarvitsee? Mm-hmm.
сразу же на вторую шизень пойду. Так. Ну, наверное, скучно там можно еще. Так, он здесь нас не развалится еще, когда мы поедем. Так, еще что-нибудь рулевое надо еще поставить. Четыре утра, блядь, началось. Так, что можно сделать? Чё песню красиво прервали, а? Это потом настроим. Теперь потом посмотрим, ладно? Солнце немножко облагородить. Руль поставить. Рулевую систему поставим тогда, ладно? Проведем еще кое-что тогда. Подвеску будем, кузов будем бить с таким состоянием машины. Так, здесь все подтянуто. Ну все, здесь мы все поставили. Блин, если нам надо колеса привезти, найти где-то. Дядя от нас их спрятал. А куда он спрятал, он нам не сказал. Ну ладно, будем искать тогда их. В эту магнитофон мы не будем стоять, дедовский папин. Мы же заказали хороший магнитофон. О, кстати, нам надо еще что-то найти, да? Блин. Блин, ну ладно. Muuton pitäisi lähteä ulos jotakin touhua. Vaikka palloa potkimaan, niin kuin mun nuoruudessa tehtiin. Tähän voi lähteä vaikka pyöräilemään tai mettään puihin kiinni. Tää vaikka halakoja tekee. Elektrikuppi tulisi, että on myös se. Покурим.
Не, немножко Певчанского можно вернуть. Кому не место к радио? Понятно. На чем я тебя повезу?